Да, все верно, 4 минуты. Айфин какой закладывает, Шерешков. Раскачивает защитника, слева пробитие. Влетает мяч в ворота, 91-я концовка. То, что было в Строгино неделю назад со знаком минус, сегодня со знаком плюс. Там пропустили от Планта в концовке на 89, сегодня забивают. Вышел на замену Андрей Шерешков. Чудо-проход, сольный номер. С левой ноги раскачал, пробил и от штанги мяч. Вот Шерешкова не удержали. Может быть, нужно было фолить. Вот тут полотерский номер и на из-под защитника. И от штанги мяч влетает в ворота. Ай, красавец! Шерешков уложил. До нее ли сейчас? Я думаю, что нет. Андрей Шерешков, 21 год этому футболисту. Красногорского зоркого пришел и тут же ответный мяч. Нет, о победе рано говорить. 1-1 Арсенал. Ну, красавцы, Илюхин за свою ошибку. Ну, как ошибку, не успел он накрыть Шерешкова. Илюхин, капитан, суровый профиль. Назад, ни грамма эмоций. Ай, атака какая была, стандарт. И тут куча мала, и в конце концов завалили Юрченко. Столкновение вратаря и защитника. Вот вышел Шакеров, и Юрченко, и Илюхин в конце концов мяч в ворота послал. Подача, подача, полетел мяч, удар головой. Мечется мяч по штрафной, Шерешков снова. С левой вопрос пробить. Не получается, но подбор, удар, и второй влетает. Да что ж такое-то, это Шульга, мне кажется, кто это попал так? Ничего себе концовка. Строгино вырывает победу в концовке. Удивительное, удивительное. Рядом невероятное и фантастическое. Вот тут Шерешков через себя. Мяч улетает сейчас и штрафной. Вот первая попытка. Да, ну на линии штрафной был мяч. И влетает он в ворота.